Короче, я не знаю, как у вас здесь, как работает. Сельхозпроизводитель сам хранит для себя свои семена. Мы говорим о соли. И se siembra la misma. Entonces, и сам не эти же семена сеет. Muchas veces viene problema de enfermedades. Зачастую проблема по болезни. А как же вопрос, это сами хранят, сами сеют, а сорт обновления у них никакого нету? Все guardan su propio semillo, no hay renovación de variedades, ¿cómo se hace? No es generalizado. Это не обобщенная практика сорта обновления. Es verdad, да, по правде сказать, нужно было заниматься, покупать оригинальные семена. Es una práctica que no se hace. Но на практике это не делается. El productor guarda su semilla. Производитель хранит свои семена. Antes de cosecha se hace un examen de lo que es la germinación. Перед уборкой делаете обследование на схожесть семян. Se manda a limpiar. Отправляют на чистку. И, bueno, и se siembra su semilla. И потом эти семена. Сгосты какие-то, репродукции, все то же самое. Это практика, как здесь. Entonces, реально, yo tengo campo de familia, si ves arriendo con unos socios. У него есть поля, семейные поля, и также живут со своими партнерами еще в аренду поля. Entre lo de mi socio, lo de la familia de mi mujer, estamos sembrando más o menos en sociedad. То есть мои собственные поля, поля с моей жены, и также берем еще с партнерами 7500 гектаров. Я вернусь к тому, что мы храним сами свои семена. Когда отправили их сделать, чтобы анализ в схожести, делается два анализа. Con pura semilla y otro sin pura semilla. Один с протравителем семян, один без протравителя семян. Y puede haber una diferencia. Y возможно будет разница. Que no tiene pura semilla, nosotros nos dio 75% de germinación. Нет протравителя, у нас схожесть 75%. Y con pura semilla, а с протравителем 89%. Es decir, que gracias a eso, это означает, что la planta tiene viabilidad, nace. Благодаря этому растение всходит и больше. Это как люди в растении делают. De 82, 85 es. Когда покупаем оригинальные семена у поставщика семян, 82-85 это стандартная схожесть. То есть это 82-85% схожести это семеноводы. Это стандарт, который дает семеноводу схожесть. Es muy importante guardar la semilla cuando se usa para cada uno sin humedad, porque no baja mucho очень la важно, когда ты сам себе свои семена хранишь, чтобы не влажно семена, потому что за влажность En cuanto a la mezcla del inoculante con el protector, когда мы поговорим смесь инокулянта с протектором, hay dos prácticas. Есть две практики. Muchas veces acá el mismo sembrador, зачастую здесь тот же самый человек, который сеет, cuando carga la sembradora, когда засыпает в сеялку, в момент засыпки в сеялку происходит процесс инокуляции. En ese caso no es necesario el protector. В этом случае нет необходимости применять протектор. Siempre y cuando se vaya a sembrar en el momento. No, всегда, тогда нужно иметь в виду, что сразу в процессе загрузки сеялки идет обработка инокулянта. Para que se entienda, чтобы понятно это было. Para que se entienda, el inoculante viene con bacterias vivas. То есть инокулянт это живые бактерии. El protector es la comida que se le da a la. Протектор это питание, это еда, которая поступает, один из способов еда. Para que puedan aguantar vivas того, fuera de la tierra. Почву, продолжали жить какое-то время. Cuando usamos el protector, yo he guardado semilla a baja temperatura, no a rayo del sol, hasta 20 días. Когда используем вот метод протектор, не, скажем, при прохладной температуре, мы до 21 дня. 20 дней. После 20 дней посеяли, очень хорошие Это что мы означаем? Не, протектор мы можем один раз качественно обработать инокулянтами, обработать протектором. Y en cuanto a la mezcla, hacemos inoculante y protector. Inoculante y protector. En algunos casos, inoculante.
queda muy poca mezcla. Yo realmente le pongo un litro y medio de agua destilada en la mezcla para hacerla más grande, para que sea más homogénea. Зачастую, скажем, когда кажется небольшой объем, что обрабатывать эти семена, я добавляю в эту смесь литр дистиллированной воды. Para hacer más cantidad de... Чтобы больше количества воды. Más cantidad, digamos, de caldo para que mezcle un poco. Смесь. Si no, queda un chorro muy chiquito, muchas veces, un chorro muy chiquito. Да, либо эта стройка очень тонкая и нету у нас униформы. Al ser mezclada con agua, Сколько, миллилитров семечек? Вот эта упаковка на 1000 килограмм семечек. На тонну. Сколько на тонну? Литр?
обеспечишь себе, потому что однозначно знать, что при такой концентрации у тебя всегда будет достаточно бактерий, чтобы образовать. Как правильно смешивать компоненты? Вот инокулянт, фунгицид и протектор. Как и воду добавлять? Как правильно комбинация? Что для комбинации? Для консеквенции на месте, да. Протектор, инокулянты. И температура воды имеет значение. Какая температура минимальная? Hacer una mezcla. Для того, чтобы сделать смесь, инокулянты, нужно взять инокулянт, más protector. Взять протектор. Se deja un tiempito que se junten esos dos líquidos, se haga una solución. То есть надо оставить какое-то время, чтобы оно стояло, чтобы это... Сколько времени? 10-15 минут. Это смеси, да? Да. Да, мы взяли. Затем после только после этого добавлять и сразу. Сколько постоять должна? 10-15 минут. Сушали два, инокулянт и протектор. 10-15 минут подождали, потом, если нужно будет, добавляем воду. И потом только мы добавляем протравитель себе. Антон, а листика какого-то рекомендуется? Есть обработка в поле, есть предварительная обработка. То, что сейчас предварительная инокуляция Работая в поле, если очень аккуратно работаете, внимательно к всему относиться, то можно достигнуть и даже работая в поле хорошего. La decisión va muy de la mano con la rentabilidad del cultivo. Все привязано, четко привязано к рентабельности культуры. Позволяет рентабельность? Cuando la soja valía $550, когда соя стоила $560, то era muy poca la diferencia entre los 60 kilos de semilla preinoculada, tratamiento profesional. Y разница небольшая была, 60 килограмм сои, которая профессиональная обработка, деньги это незначительные. Contra los 100 kilos mal inoculados del productor. Против 100 килограмм плохо обработанные, как, ну скажем, домашних, ремесленных условиях домашних. Разница небольшая. Еще вопрос. Может, вы ответите, может, кто-то, другие ученые ответят. Вот у нас проблема на сое. Много цветков опадает и не завязывается в бок. То есть, вроде цветение идет, и должно в кисти быть там 3, 4, 5, а один только там или два опадает. Это не проблема. Аборта mucho flores de soja. Parece que florece mucho. Pero se cae mucho y se queda uno. Chao, 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 chao. ¿Puede ser el problema? ¿Alguna situación de estrés de la planta? ¿Sí, situación de estrés de la planta? ¿Estrés hídrico? ¿Fondo estrés en el rastreo? ¿Или температура? А кроме от питания, там элемент какой-то? Есть такой, да? ¿Alguno de los nutrientes? Sí, sí, puede haber, En años donde tenemos, como el que pasó diciembre y enero, con muy poca lluvia o nada, hubo muy mala inoculación, muy pocos nódulos en las raíces, y tuvimos respuestas de hasta 500 kilos con incorporaciones de urea, de nitrógeno, en la etapa de floración. А вот эта листовая подкормка азотная, вот карбамидом, сколько килограмм карбамида на гектар мешали? Копожок. Но урея аль волео. Sólido, sólido al voleo. Ah, toca algo ni ni жидкое, да? Hola. Ну вот я по этому вопросу дал. Какая концентрация, чтобы не 6 азота. Generalmente acá la aborta las flores cuando hay un estrés. No, в основном идет абортация цветков, когда есть плотный стресс. Когда недостаточно.
buenas condiciones la flor larga la chaucha y sí. En хороших условиях по-любому. Ну или когда случае понижение температуры, понижение. Использование мочевины по бобовым культурам. Не только по сути по бобовым. Это приводит к тому, что поддержание, содержание. Планта лечила он кост, если растение, ему это какой-то затраты идут, чтобы поддержать бактерии. Сила фотосинтеза отдается бактериям. Используя мочевину, при посеве, либо позже используя мочевину, приведет к тому, что очень задержится формирование клубеньков. Либо же отторгнутся клубеньки, которые образовались. Почему? Потому что есть азот, и каких усилий нужно растению прилагать, чтобы этот азот получить. То есть, просто отпадает. То есть если кормить, то лучше попозже, когда уже бактерии, корни, клубеньки, растения попозже. Lo que nadie hace, y habría que hacerlo, es verificar que realmente lo que pusiste esté logrado y que tenga 5, 10, 15 nódulos en la raíz principal, que eso lo fundamental. Если мало, то давай азот. Sí, exacto.